опьянел совсем, в голове дурман. Ирка Хашиминский по-прежнему в богатстве. Спина болит, пиздец. Дорогие донатеры, спасибо вам большое. Сейчас просто стрим был. Любит Юрку народец все-таки. Время 5:30. Пойдемте позавтракаем. Вот так что-нибудь перекусим, знаете, кофе попьем, может. Спина что-то болит и насморк. Так что пойдемте. Глянем, что на районе здесь с утра. Может, сделаем пару пиздатых фоток для моего инстаграма. Но для начала надо одеть очки от великого Дэйва Шнайдера. Блять, может, мы какие-нибудь цветные купим очки, друзья? Чтобы я был гораздо ярче. Йоу. Охуеть, премиальный корейский BBQ. Блять, ну у нас, наверное, с вами денег здесь не хватит. Но опять же, все зависит от вас. Смотрите, блять, и зелено так. И здесь, кстати, белых больше. Может, я здесь свою любовь встречу? Это вот значок парикмахерской. Здесь меня могут подстричь, если я захочу. Бля. Не, ну смотрите, блядь, реально другой Хашимин. Это, блядь, вообще охуеть. Чем больше живу, тем больше охуеваю. Нахуй я там сидел, блядь, везде. Нахуй эту мыню. Здесь вон нормально. Симпатяло, согласитесь? Блять, с музычкой это все по-другому, конечно. Продолжаю ходить, наслаждаться. О, блять, опять белый. Сегодня только белый у нас. Все в мерседесах, я вообще в ахуе. Вот вам, знаете, и бедные страны. Просто пиздец. У нас даже в Волхове такого нет. Ну, может, уже и есть. Это вот какая-то улочка на моем районе из главных. Присутствует парк, но вот с ребенком гулять хорошо. О, тропическое фруктовое кафе. Вам не кажется, что наш контент немного поменялся? Я даже, блядь, не знаю почему. Я, конечно, знаю почему, но, блядь, не может же быть из-за этого. Неужели из-за того, что... Ладно, не важно. Еще у меня на районе есть французская багет. Короче, парижская булка. Блять, чайку может? Не, нахуй. О, блять, уже перекрасился. Что здесь, блять, они больные на этих мерседесах. Блять, красавец, сука. Хорошенький. Великами торгуют. И что хотел сказать-то? И не забывайте, что здесь покурить стоит копейки. И пиво, блядь, 30 рублей. И Мальборо 80. О, корейский фэшн аутлет. Блядь, короче, хуй знает. Надо где-то брать, блядь, 30 тысяч. Нужен единоразовый донат. Снять хату на месяц. И понять, вот смогу я или нет. Наверное, смогу. Блять, могу ежедневно платить, но это, сука, дороже. А с вами хуй накопишь, блять. Негодяи. Еще наблюдение Юрки Хашиминского. Здесь ты не чувствуешь себя в гостях. Вот реально, блять, район для жизни. Для жизни самодостаточно. Блять, очень хорошо, что, знаете, сюда переехал. Каким-то образом, мне кажется, даже мотивировал себя делать для вас годный контент. Блять. Эмоции. Так что потерпите. Пальмочки везде, блядь. Охуеть.
Вон там, смотрите, пальмы, блядь. Зеленые, настоящие. Сейчас какой у нас месяц-то? Ноябрь, блядь. Какое Гоа, блядь, просто. На людей босоногих смотреть нахуй не надо. Поглядите, точилы, блядь. Ой. Ну это ненадолго, чё, сейчас. Нагуляемся и все. Иду вот размышляю. Вот что я, блядь, от тёлок многого прошу, да? Стремиться вот к этому. Вместе, блядь. Чтобы мне это не одному надо было. Хотя, вы знаете, раньше думал, мне одному это нахуй не надо, а сейчас что-то по-другому начинаю думать. Мне кажется, я начинаю любить себя. Опять можно голеньким у зеркала на самого себя передергивать. Яйцо зачесалось. Ну, это я так опять. Что-то походил по округе. Там рестораны, блядь, одни. А нам с вами еще надо на жилье наковырять. Так пришел в Бургер Кинг. И здесь даже доверяют самому наливать. Охуеть. Давайте пить спрайт. Такое все милое, милое, блядь. Знаете, полное доверие. Если уж у вас никто телефон не выхватит, я думаю. Хотя может, могут и выхватить. Пойдемте вон туда, да? Хули здесь сидеть, как челик ебаный. С этими доставщиками еды, блядь. Ебала нахуй, да? Мы бы работали. О, здесь вообще и пописать можно, нахуй, и покакать. И телевизор. У меня вот раньше, когда было кафе, называлось «Ромашка», ну, примерно вот так же выглядело. Помещение было такое, тоже висела большая плазма. Здесь диванчики, здесь столики, здесь грязные вонючие шлюхи, самые дешевые. Ну, все как всегда. Блядь, здесь холодно, блядь. А пожрать мы с вами будем вот такую штуковину. Кнон-клон называется. Вот знаете, вот в таких районах, блядь, язык хочется учить. Но вот все-таки, наверное, с вьетнамским-то я борщнул. Надо хотя бы английский подтянуть, чтобы только не little big и how much было. Блядь, сам не знаю, от чего кайфую, вот если честно. Вроде я понимаю, вы скажете, все обычно. Но для Юрки, блядь, это необычно. Я даже хуй знает. Я говорю, блядь, то, что я, наверное, и хочу, хотел. Какой же тернистый путь приходится для всего этого проходить. Столько боли, столько предательства, столько разочарования, блядь. Это все, знаете, за 6-7 лет. Ну вот, блядь, сейчас сижу и думаю, это того стоит. Ой. Ну ладно, опять я. Обламываюсь, блядь, с интернетом везде, трансляции нигде не тянет. Взял себе вот такую. А, так я же вам показывал, что. Давайте поближе. Вы поглядите на этого убийцу. Просто заебись. Любите бургеры, друзья мои? Ну что, мои бесподобные, попробуем? $120 просто. Вам тоже приятного аппетита. А сейчас лайфхак от Юры. Лайфхак называется, как правильно сесть. Да-да, как правильно сесть, но не на бутылку. А вообще, если вы находитесь в Азии, вам надо присесть. То можно подложить тапочек под жопку и сидеть. Это если у вас нет бутылки с собой. Пожрал, сижу, курю. О, подождите.
взял себе суши покушать. И хожу, размышляю. Вот смотрите, район-то дорогой. А вдруг я здесь найду себе тёлочку богатую? Пока мы её с вами и не потянем. Все это наверное, наше с вами место. Сами знаете где. Ну все. Спасибо вам за просмотр. Ну и подонатьте, блядь, за видос, я же стараюсь. Стримы, блядь, хуево получается. Интернет не устраивает. Знаете, нет надежности, чтобы 6 часов стрим провести, блядь. Пока это единственный минус. Ну все, давайте. Завтрак у Юрки Хашиминского. Рис с рыбой. И кофе. Все закрыто. Чисто, знаете, перекусить. И дальше спать после насыщенного стрима, который проходит на втором канале. Кофеек, плюшки кончились. Говнище, конечно, знатное. Хорошего дня, друзья. О, Артурио, здорово. Ты, как всегда, охуенен. Гуляю по утреннему своему району. Кстати, дохуя апартаментов здесь дается. И все очень похожи. Все около 300-400 долларов. Хожу, размышляю с утра. Вот все здесь вроде заебись. Еще уже дергаться, да? Ну, блядь. Ну, то есть, вкус французской булки. И, наверное, пришел, знаете, к чему, друзья? Как бы это смешно ни звучало. Надо оставаться здесь жить и не ебать голову. Вот все. Делать визу многократную, ну, чтобы можно было, знаете, на Бали слетать, когда хочешь. Сделать страховку, найти жилье себе на год в каком-нибудь обычном вьетнамском большом доме. Нихуя какая у меня здесь школа, ёпта. Royal International Bilingual School, ёпта. Это то есть уровень International. О, бегуны бегают. У меня даже кроссовок нет, блядь. А здесь вообще в тапках никого нет. Поглядите, какой он охуенный. Блядь, да. Нечего Юрке больше желать. Вот я вам говорю. Уже не первый раз. Все. Юрка достиг своего уровня, наверное, походу. Да. Юркин контент набирает обороты. Нашел вот такую лабуду. Это знаете, как у нас в детстве было? How much? Один раз 30 рублей. У нас есть с вами 60 рублей. Спасибо Рому Тифадееву. А, есть вот такая, блядь, а мы выиграем? Блядь, давайте выиграем. Засовываем или запихиваем. О, нихуя. Целый робот. Блядь, нихуя. Блядина. Блять, азарт побеждать начал, сука. Юрка азартный нахуй. А стекло нельзя разбить здесь? Юра не проигрывает. Держите за Юрку кулачки. Знаете, ощущение, что вот оно там правильно лежит, и сейчас я вытащу.
ждать. Погнали! Одноглазый промазал. Еще дали шанс. Давай, тварь. Неудачное утро. Бля. Охуеть. Просто 120 рублей какому-то китайцу подарил. Ну ладно. Ё, блядь, жаба душит, сука. Ну ладно.